Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас на послематчевой пресс-конференции. И сегодня, как вы уже знаете, сегодня прошел для нас легендарный, возможно, даже исторический матч между командами Чертаново, город Москва, и футбольная команда «Волга», город Ульяновск. И сейчас слово предоставляется главным тренерам футбольных команд. И начало, если вы позволите, наверное, мы предоставим слово нашему тренеру футбольной команды «Волга» Сергею Валентиновичу. Пожалуйста. Ну, у нас достаточно много на данный момент новых игроков, и поэтому вот эти первые две игры с «Торпедо Москва» мы провели с Чертаново Московским, достаточно сильным соперником. Специально подбирали такие игры, чтобы явно увидеть, в чем же наша проблема. В этих двух играх оно для себя лично выявил как раз те проблемы, которые особенно в обороне, легче всего исправляются. Это стандартное положение. Для нас практически сейчас каждый стандарт как пенальти. Всю неделю, которую мы здесь провели первым на сборе, мы посвятили тому узнать возможности игроков, каждого игрока, и практически еще не уделяли времени этому элементу. Поэтому я надеюсь, в скором будущем мы достаточно плотно над этим поработаем, уберем его. И второй момент касаемо реализации. Но здесь только сыгранность наших игроков. В принципе, они поняли ту идею, которую мы им предложили, поняли те моменты, на которых мы расставляли акценты, и что в первом, что во втором тайме они выполнили то, что им предлагалось. Игра получилась, на мой взгляд, обоюдоострая, даже несмотря на погодные условия. Но скажу, что работы, конечно, еще очень и очень много, времени мало, но будем справляться. Спасибо огромное. И сейчас для меня большая честь предоставить слово старшему тренеру футбольной команды Чертаново. Денис Владимирович, пожалуйста, вам слово. Ваши комментарии по игре, если возможно, несколько слов о нашей команде. Ну, по команде мне очень понравилась команда «Волга», особенно понравился первый тайм, фланговые игроки очень качественные, очень понравился. Второй тайм, поле стало чуть получше, наверное, и мяч получше стал ходить у двух команд, вот, и, скажем так, поинтереснее футбол. Но вот те игроки, которые играли в первом тайме, особенно фланговые игроки, они полностью переигрывали наших защитников. То есть достаточно качественная команда, я думаю, что все у вас будет хорошо. Спасибо, Гарри. Спасибо большое, коллеги.